Данный ролик записан для repetit.ru. Меня зовут Моисеева Ольга Владимировна. Я учитель русского языка и литературы. Закончила Новокузнецкий педагогический институт в 2000 году. С тех пор преподаю в школе. Уже около 20 лет я готовлю детей к сдаче государственного экзамена в формате ОГЭ или ЕГЭ. Результаты моих учеников очень высокие. Есть 100-бальники. И не один. В своей методике использую программу Zoom, графический планшет. Создаю свои презентации. Записываю видеоуроки, которые предоставляются в пользование ученику, если мы занимаемся совместно. Работаем весело, познавательно, непринужденно и с высоким результатом. Приходите. Я буду ждать.